каждое зернышко на контроле. Специалисты Россельхознадзора подвели промежуточные итоги по оценке качества зерновых культур в этом году. С 2013-го требования к пищевому и кормовому продукту ужесточились. Их регламентирует Таможенный союз. Это значит, что под пристальным вниманием химический состав, условия хранения, обработки и перевозки. Особое внимание сотрудники профильного ведомства уделяют генномодифицированному зерну. Оно должно иметь специальную маркировку. В этом году специалисты Россельхознадзора провели 352 проверки как родного, так и ввозимого зерна. Из 60 тысяч проверенных тонн у 13 тысяч отсутствовали документы. До тех пор, пока производители или продавцы не выправили необходимые бумаги, реализовывать продукцию было запрещено. За нарушение требований Таможенного союза предприниматели поплатились рублем. Основными нарушениями было выявлено, значит, условия хранения зерна и отсутствие декларации при ввозе зерна на территорию Ивановской области. За нарушение технического регламента к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Административный штраф составил более 600 тысяч рублей.